Сейчас я бы хотел представить еще одного исполнителя – Роман Ващук. Знаете, самое первое, что я хотел сказать, я хотел поздравить всех с Рождеством Христовым. С Рождеством вас. Знаете, что благодаря этому мы просто можем быть на этом месте. Можем наполняться Его любовью, Его силой. Благодаря Его славе мы просто можем купаться в Его любви. Слава Тебе, Бог! Ты достоин хвалы. Мы хотим поклониться Тебе на этом месте. Я хочу поблагодарить всех музыкантов, потому что у нас было всего две репетиции. Вот. Я эту песню узнал буквально месяц назад, и она мне очень понравилась. Очень красивая песня. Вот это был очень талантливый человек. Опять пьянит дыхание новой весны. Открою навстежь окна и двери. Небеса изливают видения и сны, пеленая в своей колыбели. Пламенеет душа в объятиях, поцелуя святого огня. Когда весна закружит в танце, буду ждать тебя, как струны ждут движения пальцев. Буду ждать тебя, когда свободен, словно птица. Буду ждать тебя, и к вечности всегда стремиться. Буду ждать тебя, когда весна закружит в танце. Буду ждать тебя, как струны ждут движения пальцев. Буду ждать тебя, когда свободен, словно птица. Буду ждать тебя, и к вечности всегда стремиться. Слава Богу! Слава Господу! Слава Иисусу! Он достоин хвалы! Спасибо большое! Спасибо! Еще большая благодарность вот Светлому Радио Галине за организацию этого концерта. И, конечно же, я хочу поблагодарить музыкантов, чудесных музыкантов. Они играют с мега-составами, очень известными, вот как тут говорили Аня Лорак и Кобзона и так далее. Вот здесь ребята многие играют с топовыми музыкантами. И они сегодня играют бесплатно для вас. Слава Господу за вас. Спасибо. Слава Господу, я говорила об этом в эфире, что это не малобюджетный концерт. Это безбюджетный концерт. И сейчас я хочу пригласить на сцену человека, который также очень близко был знаком с Игорем. Именно о нем сказала Люба, что обязательно надо пригласить Виктора. Добрый вечер. Христос народився. Аллилуйя. Мы здесь собраны
в память нашего друга. Но когда мы собираемся вокруг проявленного присутствия Иисуса Христа. Аминь или не аминь? Потому что Иисус, Он царствует, и Игорь всегда тоже, когда служил, он всегда служил вокруг проявленного присутствия Иисуса Христа. Игоря многие из вас знают, но кто он был по-настоящему, знает один Господь. Знаете, на своем последнем служении, когда он был у меня в церкви, просто, знаете, много людей проходит, он там за всех молится, пророчествует. И я так просто краем уха услышал одно из таких, знаете, множества свидетельств. Подходит к нему один человек и говорит: «Игорь, вы помните, что 7 лет назад вы служили в колонии там, строгого режима?» Он говорит: «Ну, помню что-то, да». «Помните, там везли зэка в морг мертвого?» Он говорит: «Ну да, помню». «Помните, вы молились за его воскрешение?» Он говорит: «Да, помню». Он говорит: «Так это я тот зэк». Он был поэт, он был пастор. Я встречаю сегодня десятки людей, которые говорят, что через его слово, через его служение я просто выстрелил. Я сегодня в международном служении, а все начиналось с того, что он когда-то мне сказал: «Да, это у тебя есть от Бога призвание, иди и делай для Бога». Мой орел, ты паришь в небесах, счастлив я, когда вижу тебя в облаках. Камнем падаешь вниз и к свободе влечешь. И я взлетаю с тобой, мой орел, выше еще. В небеса мой полет, где свобода свята. Ты все выше меня несешь в облака доброты и тепла. Солнцу правды в мгновение ока на белых крылах. Злу меня уже не достать, я парю в небесах. Сердце любви, сердце отца, единственно достойная цель. Моя жертва святой крови и жертва креста, единственная жертва достойная. Много орлов слетело сюда, почувствовав святую кровь. Здесь на кресте жертва моя, распятая Божья любовь. Как много орлов слетело сюда, почувствовав святую кровь. Здесь на кресте жертва моя, распятая Божья любовь. Эта песня обращена ко всем орлам и орлицам. Поднимите свои крылья и продолжайте парить в славе! Ты орел, ты паришь в небесах. Счастлив я, когда вижу тебя в облаках. Камнем падаешь вниз и взмываешь еще. Жертву перехватив у рога, слетаешь еще. В небеса мой полет, где свобода свята. Ты все выше меня несешь в облака доброты и тепла. Солнцу правды в мгновение ока на белых крылах. Злу меня уже не достать, я парю в небесах. Сердце любви, сердце отца,
единственно достойная цель моя, жертва святой крови и жертва креста. Единственная жертва достойная, много орлов слетело сюда, почувствовав святую кровь. Здесь на кресте жертва моя, распятая Божья любовь. Как много орлов слетело сюда, почувствовав святую кровь. Здесь на кресте жертва единственная, распятая Божья любовь. Друзья, я хочу спросить, есть здесь в этом зале люди, которые еще не приняли Иисуса в свое сердце? Кто еще не пережил встречу с живым Богом? Кто еще не ощутил в своей жизни любви Отца? Кто еще не насладился в Его отцовском сердце? Поднимите руки, мы хотим просто видеть вас. Если есть люди, которые сегодня еще не есть в церкви, не есть в отношениях с Богом, поднимите руку. Мы хотим видеть. Сегодня самое главное, чтобы мы знали Бога. Самое главное, чтобы мы знали живого Бога. То, что сделал Игорь, Бог хочет, чтобы сделал каждый из нас. Аминь или не аминь? Потому что в каждого заложено большое-большое сокровище – это живой Иисус Христос, который живет в вас и помогает нам просто делиться любовью Отца со всеми, кого мы встретим на своем жизненном пути. Цель нашей жизни – это идти и распространять любовь Отца, выливать ее на каждого, кого мы встретим в своей жизни. Так или не так, друзья? И мы сегодня просто благодарим Бога за это время. И если здесь есть люди, которые еще сомневаются, мы просим, Отец, прямо сейчас прикасайся. Пусть сегодня Твое Слово, Твой Дух Святой касается каждого человека. И через все это мы прославляем нашего Господа Иисуса Христа. Воздайте славу Господу, святые! У нас фестиваль «Мы твои», и у нас в зале все свои, все свои. Слава Господу! Вот и заканчивается наш концерт, который все-таки стал вечером, вечером хвалы, вечером любви, вечером поклонения нашему Богу и вечером благодарности. Я не могу не выразить благодарность вам, нашим дорогим слушателям, нашим дорогим друзьям, нашим партнерам, без которых радио не сможет двинуться в следующий месяц, потому что вы поддерживаете, вы молитесь, вы звоните, вы участвуете в создании программ, вы пришли на наше приглашение в эфире. Ну а теперь скажите, какая же самая известная, самая популярная, самая востребованная у наших радиослушателей песня Игоря Иванова? Абсолютно правильно. Дай вам Бог здоровья. «Океан Божьей любви» поет Анита Гизо, дорогие друзья, для вас. Песня любви, словно птица, парит в небесах. Твоя жизнь, как река, в моем сердце течет. Я вдыхаю любви аромат. Эта песня любви, как весенний родник, как любви водопад.
жив, как река, в моем сердце течет, и душа поет для тебя. Океан Божьей любви, нет начала в нем и нет конца. Океан Божьей любви, безусловно любви Отца. Океан Божьей любви, нет начала в нем и нет конца. Океан Божьей любви, безусловно любви Отца. Это песня любви, словно птица парит в небесах. Твоя жизнь, как река, в моем сердце течет, я вдыхаю любви аромат. Это песня любви, как весенний родник, как любви водопад. Твоя жизнь, как река, в моем сердце течет, и душа поет для тебя. Океан Божьей любви, нет начала в нем и нет конца. Океан Божьей любви, безусловно любви Отца. Океан Божьей любви, нет начала в нем и нет конца. Океан Божьей любви, безусловной любви Отца. Слава, аллилуйя, слава, аллилуйя, слава, аллилуйя, аллилуйя. Безусловно любви Отца. Океан Божьей любви, нет начала в нем и нет конца. Океан Божьей любви, безусловно любви Отца. Начало в нем нет конца. Океан Божьей любви, безусловной любви Отца.
радио «Эммануил» в формате «Божьей любви». В Киеве, Львове, Харькове, Сумах слушайте круглосуточно через FM-приемники. В европейских странах через спутник Астра-4 и мобильное приложение. Слушай, пока есть время. Приложение «Светлого радио «Эммануил» теперь доступно для смартфонов и планшетов. Загружайте приложение, и «Светлое радио» будет всегда рядом. Океан Божьей любви.